Скорость не теряй. Давление 20 километров. Интерцептор надо убрать, наверное. Скорость не теряй. Это маловато. 350. Удаление 18, 300 досадный. Контроль 3. Секунду, интерцепторы. Угу. Задача стабилизатора. РВС задатчик. Карта выполнена. Удаление 15. Могут отодрать нас. За что? За что? Потому что на механизацию ничего не выпускаешь. Время-то подходит. Удаление 15. Осталось до входа 6 человек. Кстати, стабилизатор перепас помогает. Кто будет это делать? Подходим к заданной. Ты же отвечаешь. Ветер, посмотри на какой-то. Да, хорошо. 28 заходит. Подожди, скорость большая, у меня 365. Не снижай, что это. 400 метров. Да, нет, 478 лишь. Подожди, Захар, сейчас. Удаление 12. Закрылки 28 пошли. Опускается синхронно. Ветер, дай ему. Ага. 697 ветер. Директора в режиме. 90 градусов скорость. Директора в режиме. Шасси выпусти. Шасси выпусти. Режим 83. 83 режим. Удаление 10, 3 до входа. Чуть левее. Вот, команды надо делать. Фары выпустить, включить. И глиссаду нажал. 36. Время грань нейтрально, 6. Опускается синхронно. Павел, глиссаду, а ну что ты, где ты вошел глиссаду еще? Она не дошла до тебя. Вот, посмотри, у тебя глиссада. 36 выпущено. Скорость 290. Опускается синхронно. Режим 82. 82. Можно контроль. Контроль по карте. Механизация крыла. Вот пошли глиссады. Выпущено 45. 45. Стабилизатор. 3. Шасси. Загружать левый вариант. Почему это облог будет поставить левый вариант? Фары выпущены, карта понял. Чуть-чуть выше. 81, 81. Скорость 280. Вот ты что болтаешь-то? Вот держи, не болтай. Что ты болтаешь его? Как там два. Не болтай, не болтай. Видишь, вот директор. Дальний проходим 210. Ветра, ничего нет. Вот скорость глиссада. Режим 80. Скорость 290. Что ты разбалтываешь? Его можно вот болтать. Вот бусеру прямо лететь. Иди, держи.